Третий день официально идет вещание национального телевидения через спутник. Теперь жители России от Калининграда до Тюмени могут смотреть передачи нашего телеканала. А в республике нас смотрят теперь и в селах и деревнях. Наконец-то мы дождались, что национальное телевидение чувашское дошло и до Шумелинского района. Почему так говорю? Потому что мы испытывали, особенно у нас Магаринское, Краснооктябрьское и ряд других поселений испытывали то, что не могли смотреть национальное телевидение. Сегодня люди уже радуются, высказывают свое отношение, что это очень важно. Наконец-то в Шумелинском районе есть национальное телевидение. И я надеюсь, что мы наконец-то теперь можем видеть и слышать последние известия, новости, спектакли, кино, в том числе и на чувашском языке. Этот вопрос, он для Шумелинского района был на протяжении последних нескольких лет очень актуальным.